Региональные эксперты надеются на возможный пересмотр положения закона о прямых расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства на этапе рассмотрения его в Совете Федерации или президентом страны. По их мнению, нововведения, которые приняли в Госдуме, не решат существующих проблем. О введении прямых расчетов граждан с ресурсоснабжающими организациями говорят уже более 6 лет. Но форму закона предложения обрели только сейчас. Предполагается, что прямые расчеты не станут обязательными. Решение по ним должны будут принять жильцы многоквартирного дома на собрании или сами ресурсники, когда долги управляющей компании перед ними превысят размеры двухмесячных начислений. При создании новой нормы, к сожалению, можно отметить то, что в ее создании не участвовали практики. Те, кто могут изложить свое системное мнение, свой прогноз какой-то, диагностировать какие-то слабые и сильные места законопроекта, их просто не видели и не слышали на момент разработки либо принятия данного нормативного акта. Кроме того, по мнению экспертов, столь серьезные изменения в функционировании системы управления жилищно-коммунальным комплексом не стоило внедрять сразу на территории всей страны. Лучшим выходом мог бы стать эксперимент в ряде субъектов федерации, считают аналитики.